Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые работают в проектной организации Skyway ЗАО «Струнные технологии». Сегодня мы расскажем о тех, кто занимается одним из важнейших направлений в проекте – разработкой подвижного состава. На англоязычном портале technology.org, который посвящен вопросам науки и техники, опубликовали открытое письмо Анатолия Юницкого, Илону Маску и Джеффу Безосу. Одна из последних разработок Skyway – Univind U4-651. В новом интервью главный конструктор городского транспортного комплекса ЗАО «Струнные технологии» Вадим Савченко рассказывает о том, за счет чего новая модель стала самым экономичным транспортом Skyway. Компания-разработчик струнного транспорта одной из первых в мире получила сертификат, который подтверждает, что она разработала, внедрила и теперь поддерживает систему менеджмента здоровья и обеспечения безопасности труда по стандарту ISO 45001-2018. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые работают в проектной организации Skyway ЗАО «Струнные технологии». Сегодня мы познакомим вас с начальником управления подвижного состава Зайцевым Андреем Дмитриевичем. Основная задача управления Андрея – разработка подвижного состава. Весь процесс разработки транспортного средства разделен на стадии или тематические рабочие зоны, что объясняет взаимодействие разных конструкторских бюро. Как рассказал Андрей Дмитриевич, приоритетная задача управления сейчас – это SWIC – Skyway Innovation Center, инновационный центр Skyway в Шардже, а также разработка и изготовление самоходного шасси и опытного образца высокоскоростного юнибуса с колеей 1000 мм для последующих испытаний в экотехнопарке. О своей команде Андрей Зайцев отзывается только с лучшей стороны. Узнать об особенностях работы, уровне профессионализма сотрудников, атмосфере сплоченности, настроя на успех и выполнении поставленных задач, взаимоотношениях в коллективе управления подвижного состава Skyway вы можете на нашем сайте. Открытое письмо генерального конструктора Skyway Анатолия Юницкого, Илону Маску и Джеффу Безосу опубликовал англоязычный портал о науке и технике technology.org. Вот что написали журналисты издания. Существуют некоторые убедительные утверждения о том, что нынешняя технология ракетно-космического запуска в буквальном смысле устарела и, по сути, должна быть заменена новыми, революционными подходами. Этот проблематичный вопрос был недавно освещен руководителем и ведущим инженером компании Skyway, которая специализируется на новых видах общественного транспорта. В своем открытом письме, опубликованном на веб-сайте компании, Анатолий Юницкий критикует некоторые основные аспекты современных технологий запуска ракет в космос, указывая на упущенные негативные долгосрочные эффекты. Также генеральный конструктор технологии Skyway подчеркивает необходимость не просто внедрять инновации, но и находить радикально новые способы минимизации использования ракетных двигателей, заменив их более эффективными и экологичными технологиями. Одна из последних разработок Skyway – подвесной автоматический пассажирский транспортный модуль системы рельсы струнного транспорта Univind U4-651. Ранее мы уже рассказывали о целях его разработки и обозначили потенциальные сферы его применения – малонаселенные, отдаленные районы с тяжелыми климатическими условиями. Тем не менее, возникло много вопросов, которые доказывают интерес партнеров проекта Skyway к Univind. Чтобы на них ответить, информационная служба Skyway взяла интервью у главного конструктора городского транспортного комплекса ЗАО «Струнные технологии» Вадима Владимировича Савченко, в котором он более подробно остановился на описании путевой структуры суперлегкого транспортного комплекса в целом. Посмотреть интервью вы можете на нашем сайте. Кроме масштабной работы над новым подвижным составом и инфраструктурой, в ЗАО «Струнные технологии» проходит работа и в другом важном направлении – в создании комфортной и безопасной рабочей обстановки для инженеров предприятия. На этот раз компания-разработчик струнного транспорта получила сертификат, подтверждающий, что ею разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента здоровья и обеспечения безопасности труда, соответствующая стандарту ISO 45001-2018. Сертификация проведена аудитором международной компании SAI Global, представитель которой отметил, что это
первый сертификат, выданный их компанией в соответствии с требованием нового стандарта ISO 45201-2018, и что ЗАО «Струнные технологии» одна из первых в мире сертифицировалась на соответствие новым требованиям в области обеспечения безопасности труда. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.